23 сентября. Франкфурт на Майне. Городской зал Офенбаха. 14:00. Апостол Владимир Мундян проведет крусейд «Разрушение родового проклятия». Помазание Святого Духа в этом зале сейчас для освобождения, разрушения родового проклятия болезни, родового проклятия одиночества. Это родовое проклятие, которое пришло через колдовство. Прямо сейчас я разрушаю это родовое проклятие колдовства. Прямо сейчас. У нас уже есть чудо. Прямо сейчас. Раушан, которая приехала из Казахстана, она была 14 лет на костылях. Прямо сейчас, в этой молитве, она бросила костыли и начала ходить своими ногами. Вау! Покажите. Давайте пройдем с вами. Давайте пройдем. У нее было родовое проклятие. Гляньте. Полиартрита. Ее тоже родственники, у них был полиартрит. И 14 лет. Посмотрите. Она ходила на костылях. Гляньте. Невероятно. Слушайте, Бог творит что-то невероятное. Вы рады? Еще как, да? Просто слава Богу, правда? Прямо сейчас во имя Иисуса, дух болезни, уйди прочь! Во имя Иисуса! Тепло проходит через ваше тело. Прямо сейчас. Огонь! 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 У него цирроз печени. Цирроз печени был, да, слышите? Да, цирроз печени. Вообще, Бог коснулся его уже на второй день. Но мы не поверили. И сегодня утром мы перед служением пошли и обследовались. Мы, значит, сняли УЗИ и печени, и простаты. У него там ничего нет и здесь. Вы представляете? Вау, вы слышите, друзья мои? Это просто невероятно. Скажите, да. Вы счастливы, скажите нам. Ну, конечно, счастлив, бесконечно. Дух Святой среди нас. И Он сегодня действует, разрушая родовые проклятия. 23 сентября. Франкфурт на Майне. Городской зал Офенбаха. Апостол Владимир Мундян проведет крусейд «Разрушение родового проклятия». Информация по телефону. +38 044 303 99 77.